Добрый вечер. На канале БУК ТВ большие итоговые новости, в студии Виктория Нечаева. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. Во сколько обошлось Бресту строительство западного обхода? Судьба аккумуляторного завода iPower, работы городского транспорта, качество питьевой воды и градостроительные планы. 80 вопросов и столько же обстоятельных ответов. Мэр областного центра Александр Рогачук провел открытый диалог с брещанами. 8 лидеров, 8 представителей различных сфер деятельности – здравоохранение, юриспруденции и право, промышленность. В областном центре состоялись выборы членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва от Брестского региона. Эдуард Ханок, Юрий Тарабрин, Сергей Макаренко – знаменитые выпускники средней школы номер 7, школы, празднующие свое 75-летие. Большой путь со знаком бесконечности. И начнем, на наш взгляд, с самого обсуждаемого во всех региональных СМИ события. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук провел очередную встречу с брещанами. Более 3 часов он общался с жителями областного центра, отвечал на проблемные вопросы. Традиционно зал Дворца культуры профсоюзов был заполнен. Как правило, состоявшийся диалог позиционируется как способ решения актуальных проблем города и его жителей. Мирослава Коваленко была среди неравнодушных брещан. Стартовала встреча с подведения итогов работы, которая была проделана к празднованию миллениума областного центра. Александр Рогачук назвал основные объекты, которые были построены в этом году, и озвучил цифры финансовых вложений. Вот лишь некоторые из них. На обустройство западного обхода, позволившего перенаправить транспортные потоки и разгрузить оживленные улицы, было затрачено 180 миллионов рублей. Для сравнения, все остальные объекты, возведенные в городе над Бугом к его тысячелетию, обошлись в 260 миллионов рублей. Также был сдан в эксплуатацию новый автовокзал, самая большая в области школа в юго-западном микрорайоне, где из 2000 учеников 1800 из многодетных семей. Введена в строй современная станция скорой медпомощи, после чего начато строительство крупного медицинского комплекса. Председатель Брестского горосполкома заверил, развитие областного центра продолжится. Далее в программе встречи вопросы от жителей города. К слову, задано их было более 80 за 3 с небольшим часа. И прозвучали они не только от пришедших в зал Дворца культуры. За сутки до встречи городские власти приняли по телефонам и электронной почте более 100 обращений, касающихся самых разных тем. Самый первый вопрос. Наталья спросила. Водонапорная башня возле бывшего автовокзала. Были планы по ее обновлению с пристройкой дополнительной стеклянной конструкции. Оборудовать кафе. На эскизах все было красиво, но прошло уже больше 2 лет. Проект так и не остался только на бумаге, спрашивает. Понятно, что это не так. Где-то мы придержали реализацию этого проекта с учетом обсуждения концепции всего квартала. Для тех, кто пришел пообщаться с мэром Бреста лично, были установлены 2 микрофона. Уже с первых минут диалога к обоим были выстроены большие очереди, что еще раз подтверждает актуальность таких встреч. Жители жаловались на работу светофоров и городского транспорта, на качество питьевой воды и засохшие деревья в парке тысячелетия. Интересовались градостроительными планами, спорили, на что городу тратить деньги. Реконструкцию архитектурных памятников, например, Бернардинского монастыря, или на машины скорой помощи. Не менее жарким оказался вопрос о детских садах в спальных районах города. У меня вопрос. Планируется ли в ближайшее время строительство детского садика в микрорайонах Южный и Вулька? Спасибо. Вот этот сад, который мы показывали, 350 мест, он сейчас уже вмещает в себя без малого 400 деток. 400 деток. Этого недостаточно. Поэтому на следующий год у нас уже проект, наверное, на выходе. Будем строить по улице Колесника встроенный детский сад. Это опыт есть в Гомеле, когда первые этажи многоэтажного дома занимает детский сад. Мы к нему немножко относимся с определенной осторожностью. И в следующем году его построим. Ну, посмотрим. Если он себя оправдает по затратам, по количеству деток, по комфорту, по санитарным зонам, по комфорту людей, которые будут жить, начиная со второго этажа,
Мы эту тему продолжим. В топе актуальных тем оказался вопрос об аккумуляторном заводе iPower. Активисты снова подняли тему его закрытия и предъявили массу доказательств о работе объекта, выявленных путем собственного расследования. Напомним, пусконаладочные работы на iPower приостановлены решением председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса. У завода нет заключения государственной экологической экспертизы, а потому данную тему Александр Рогачук обозначил неактуальной в ближайшее время. Мэр решил поставить точку в споре властей и активистов. На встречу было решено создать делегацию из 10 человек во главе с председателем Брестского горосполкома и посетить в ближайшее время аккумуляторный завод. Подводя итог субботней встречи, можно констатировать, практически на все вопросы были даны ответы, остальные взяты под контроль вертикали власти. У меня был вопрос по поводу оказания детской паллиативной помощи детям. В городе Бресте есть только хоспис для взрослых, но нет хосписа для детей. И группа таких родителей, за моей спиной очень много таких детей и родителей, которые нуждаются в оказании паллиативной помощи детям. И я задала вопрос, возможно ли организовать на базе взрослого хосписа специалистов, которые бы оказывали помощь и детям. Не выдумывать велосипед заново, а помочь немножко специалистам, чтобы многогранно, скажем так, оказывали помощь. Я свои вопросы не задавала, но была очень приятно удивлена, что все-таки в Заречном микрорайоне, там меня живет мой младший сын, у него двое маленьких деток, что там будут строиться детские сады, потому что это очень большая проблема. На этой встрече я впервые. Мне было интересно услышать, что волнует граждан нашего города, насколько реально услышать ответ удовлетворяющий на свой вопрос. Ну, я считаю, что встречи такого рода важные, нужные, как сказал наш мэр города. Я думаю, надо их продолжать, и в следующий раз, возможно, я подумаю на свои вопросы. Александр Рогачук отметил, что цель мероприятия – эффективное рассмотрение проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления. Глава горосполкома также подчеркнул, на этой встрече у брестчан возникло много так называемых полемичных вопросов, ответы на которые не всем сторонам пришлись по душе. Полемичные вопросы, они относятся к вопросу бюджетного приоритета. Что сейчас важнее – вложить городские деньги в реставрацию Бернардинского монастыря или вложить городские деньги в реконструкцию Горбатого моста, в приобретение новых карет скорой помощи или в новые тротуары? Это вопрос приоритета, понимаете? Поэтому где-то сложно, где-то понятно, приходится говорить «нет». И думаю, что вот эти встречи, они позволяют каким-то образом сканировать общественное настроение, чтобы быть более уверенным в тех или иных управленческих решениях. Следующая встреча подобного формата состоится уже в 2020 году. А пока еще есть время для устранения текущих городских проблем в социальной, архитектурной и культурной сферах. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ. В областном центре состоялись выборы членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва от Брестского региона. 8 кандидатов были выдвинуты трудовыми коллективами. Все они – мотивированные лидеры, имеющие активную гражданскую позицию и свое видение курса развития страны. Наши корреспонденты стали участниками события. С подробностями Анастасия Ноздрин Плотницкая. Выборы членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь – это то мероприятие, на которое приезжают народные избранники со всего региона, масштаб от районного до областного. Согласно Избирательному кодексу Республики, для признания правомочности выборов необходимо присутствие не менее половины представителей корпуса. 496 участников, а это порядка 80% от общего количества депутатов, сегодня определяли, кто же будет представлять регион в столице. Граждане нашей страны достойны того, чтобы жить в стабильно развивающейся, богатой, процветающей стране. Депутат Совета Республики должен знать и понимать многочисленные проблемы, стоящие как перед государством в целом, так и перед каждым отдельно взятым его гражданином. На протяжении длительного времени, находясь на руководящем посту большого медицинского учреждения, возглавляя постоянную комиссию по вопросам социально-культурной сферы и социальной защиты населения Брестского областного совета депутатов, я ощутил и пропустил через себя все болевые и важные вопросы в социальной области общественных отношений, понял, насколько важна функция законодательного органа в обеспечении стабильности страны, справедливости
и качество жизни членам нашего общества. Александр Карпицкий, главный врач областной больницы, один из 8 кандидатур, представленных для голосования. Сегодня его имя ассоциируют с серьезным прорывом в региональной медицине. Доктор наук, хирург, талантливый наставник и руководитель. В работе совета планируют развивать социальную сферу и медицину. Я стал на Брещине и в этой стране, получил образование, стал человеком, и пришло время отдавать долги. И работая в Совете Республики, я думаю, что я обязан каким-то образом повлиять на ситуацию в стране, в том плане, чтобы в дальнейшем улучшалась экономическая ситуация в стране, чтобы социальные вопросы решались. 8 лидеров, 8 представителей различных сфер деятельности – здравоохранения, юриспруденции, право, промышленность. Репутация каждого кандидата подкреплена конкретными достижениями в своих сферах. А лидерского потенциала хватит на то, чтобы кроме основной занятости разбираться в нюансах социальной и экономической жизни страны. Адвокату близки проблемы людей, потому что мы ежедневно встречаемся с гражданами на приемах, на каких-то общественных приемах. Они к нам приходят в консультации, в наше бюро. И поэтому вот эти проблемы, они нам очень близки. И, наверное, для того, чтобы помочь решить эти проблемы, решить проблемы региона, потому что, например, я работаю председателем коллегии Брестской областной коллегии адвокатов, и часто бываю, практически каждый месяц бываю в одном из районов нашей области. И, безусловно, конечно, тоже знаю о тех проблемах, которые есть в районе. Хотелось бы в первую очередь поспособствовать через принятие республиканских программ, решению вот тех проблем, которые волнуют сегодня людей. Это в первую очередь проблема качества питьевой воды. Это вопросы обеспечения местами в дошкольных учреждениях. Это сегодня вопросы строительства жилья многодетным семьям на селе, чтобы многодетные семьи не уезжали сегодня в город. Возраст от 30 лет, не менее 5 из которых каждый представитель должен прожить на территории выдвигающего его региона. Это только малая часть требований, которые предъявлялись к предлагаемым кандидатам. Программы озвучены, интересующие вопросы рассмотрены. Результаты за голосованием, которое проводилось согласно регламенту, определенному Избирательным кодексом Беларуси. Меня порадовало в первую очередь представительство территориальных наших советов, которые действительно проявили высокую такой государственный подход, я бы сказал, целеустремленность, понимая, что какой вопрос важный решается, это в первую очередь. С другой стороны, очень активное представительство со стороны выдвинувших кандидатов, которые выступали сегодня в поддержку кандидатов, за которых сейчас будет проходить голосование. И, скажем так, очень важный момент, который мы отслеживали от начала до конца, с момента выдвижения кандидатов в депутаты, регистрация. Сегодня появились кандидатами действительно достойные люди, сами по себе, плюс профессионалы своего дела, в своей профессии состоявшиеся, которые действительно могут принести пользу и сделать большой вклад в деятельность национального нашего собрания и высшей палаты. Голосование состоялось, пока в зале был объявлен перерыв, в коридорах шло активное обсуждение предлагаемых программ. Около часа понадобилось счетной комиссии для того, чтобы озвучить результаты. На подставе части 7 артикула 106 Выборчого кодекса Республики Беларусь подлековой комиссии вырешено лишить выбранными членами Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь Карпицкого Александра Сергеевича, Маркевича Василия Петровича, Наркевича Юрия Иосифовича, Протасовицкого Григория Васильевича, Сачковскую Ирину Юльяновну, Хроленко Владимира Федоровича, Шатлюка Анатолия Витальевича, Шатлюкову Тамару Анатольевну. Все 8 кандидатов получили одобрение коллег, с чем их поздравил губернатор региона Анатолий Лис. Председатель облсполкома уверен, такие результаты говорят о том, что люди знают, кого они выбирают, и надеются на то, что их мнение услышат, а интересы поддержат. Прежде всего, я хотел бы выразить слова благодарности депутатскому корпусу за ту активную, продуктивную работу, которую вы проделали не только сегодня, участвуя в голосовании, но и при выдвижении кандидатов в члены Совета Республики. Это подтверждает то, что правильно с мест выбраны люди, тех, которых вы знаете, которые зарекомендовали себя как опытные руководители,
предприятий, организаций. Уже 17 ноября в стране пройдут парламентские выборы, участие в которых принимают граждане Республики Беларусь старше 18 лет. 2020 год ознаменован еще одним важным событием. В стране пройдут выборы президента. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК ТВ. 75 лет. Для человеческой жизни большая эпоха, в которой было и беззаботное детство, и яркая молодость, и уверенная взрослая мудрость. Для учебного заведения 75 лет – это скорее только начало пути. Пути – знак бесконечности, на котором будет до тех пор, пока в учреждение образования будут приходить новые поколения детей. Такой красивый день рождения на этой неделе отметила средняя школа номер 7. За годы своего существования она успела стать альма-матер для тысяч мальчишек и девчонок, многие из которых уже сегодня седовласые ветераны. В городе учреждение образования известно своими заслугами, победами учеников на областных и республиканских олимпиадах, в конкурсах и викторинах, но не это главное. Несмотря на свой языковой профиль, проявить таланты и получить поддержку здесь может каждый. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала на торжественном мероприятии и полистала страницы истории 7-й школы вместе с ее учениками. На стыке войны и мира, когда Брест только оправлялся от тягот и невзгод, принесенных городу Великой Отечественной войной, на карте учреждения образования областного центра появляется средняя школа номер 7. Свой номер она сохранила и сегодня, правда, подкрепив его пометкой с углубленным изучением немецкого языка. Однако лингвистический профиль нисколько не ущемляет другие дисциплины. За 7 лет прижился к этой школе. Очень хорошая школа. Я рада, что именно в эту школу меня мама отвела, потому что здесь работают очень хорошие учителя, которые умеют хорошо объяснить. И мы получаем знания, которые в будущем нам пригодятся. Хороший, благоприятный для развития личности климат, высококвалифицированные педагоги и чуткая к потребностям учеников и педагогического коллектива администрация – это те три кита, на которых строилась и строится система преподавания в 7-й школе. Ее эффективность подтвердило большое мероприятие – 75-й день рождения. В фойе областного общественно-культурного центра и то, что в нем происходило, было скорее похоже на красную ковровую дорожку Голливуда. Здесь собрались все те, кто обязан школе первыми шагами в большую карьеру. В маленьком Роме Василюке ныне самом легендарном белорусском голкипере первые задатки увидели учителя физкультуры «семерки». Спорт спортом, но первые шаги эта школа дала мне в спорт. Может, вспомните, кто был вашим первым таким наставником, кто вдохновил вас вот на спортивные, скажем так, успехи? Классный руководитель наш Муха Александр Николаевич. Школа – моя 7-я школа. Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого, кто в торжественный день спешил поздравить родное учебное заведение с 75-летием. У стендов с фотографиями – легендарный советский композитор Эдуард Ханок. Есть такое понятие – нормальный ученик. То есть не хороший, не плохой, не отличник, не супер. Просто нормальный. Да, но я еще не было преимущества. Я на аккордеоне играл. Ага, аккордеонист в то время. Это было большое дело. Тем более у меня был ритмейстер, немецкий аккордеон. Такое тогда было редко. Их знаменитая троица приятелей и друзей в свое время всколыхнула мир. Ханок, Макаренко, Тарабин. Известный музыкант, олимпийский чемпион, генерал-майор милиции, несмотря на занятость, сегодня в зале самыми добрыми чувствами и эмоциями. И вспоминают все то, что дала им для становления родная 7-я школа. Школа, я долго думал, что же она нам самое главное дала. Научила нас думать. Я считаю, это самое главное. Все знаете, как мальчишки, особенно. Болтай, а потом, когда становишься повзрослее, понимаешь, что в тебя заложили. Основы. Юбилей 75-летия школы – это не только своего рода историческая веха, это рубеж, дающий возможность оценить пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто посвятил свою жизнь, свой педагогический талант родному учебному заведению. О достижениях, об успехах с благодарностью со сцены говорили почетные гости. Мое присутствие здесь обусловлено не столько красивым юбилеем, сколько теми итогами и тем результатом, которые вы даете к этому юбилею. Школа номер 7 имеет свое лицо, школа номер 7 имеет свою лингвистическую немецко-китайскую фишку, школа номер 7 показывает себя со всех сторон и реально находясь в сердце нашего города, в центре нашего города,
Она находится в сердце и у каждого из брещан. Грамоты, благодарности, сертификаты на приобретение необходимых школе учебно-методических комплексов были вручены педагогам 7-й школы и ее директору Светлане Езерской, которая продолжает ставить перед коллективом серьезные задачи и добивается результата, главный из которых – воспитание достойных граждан страны. Это не только подведение определенных рубежей, это прежде всего осознание огромной ответственности перед будущим поколением за то, какими мы станем, что мы своим детям, которые придут нам на смену, можем предложить. Я, конечно, благодарна ветеранам педагогического труда за тот фундамент, который они заложили для уверенного развития школы, своим коллегам, которые разделяют все начинания, выпускникам, которые не забывают нашу школу, и, конечно же, родителям за самых лучших в мире детей. В юбилей нашей школы пожелаю всем неиссякаемой жизненной энергии, здоровья, любви и благополучия. Школа нам вспоминается в любом случае знаниями, в первую очередь, особенно немецким, английским языком. Они нам дали очень много профессий, возможность общаться с иностранцами, возможность продвигать свою карьеру, быть успешными. И, конечно, классная руководительница наша всю свою любовь в нас вложила, и мы очень благодарны. У нас самая сильная школа, у нас так преподают немецкий, как нигде. Меня в Германии спрашивали, где ты так хорошо знаешь немецкий. Поэтому желаю нашей школе оставаться с немецким уклоном и усиливать его. Школа в нашей памяти – это светлые классы, исписанная мелом доска, потерянный где-то дневник, первая влюбленность, строгие учителя. Школа живет, пока ее стены полнятся звонким детским смехом и добрым словом, которое в 7-й школе звучит на разных языках, но отзывается в сердцах учеников особенно трепетно и тепло. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Подарить ребенку максимум любви и тепла, помочь и поддержать во всех начинаниях, воспитать хорошего человека. Все это под силу семье. Семья – самое главное в жизни любого ребенка и любого взрослого. Но, к сожалению, число детей, оставшихся без попечения родителей или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, не уменьшается. Дети должны воспитываться в семье. Такая позиция у главы государства и один из приоритетов в социальной политике нашей страны. Поэтому уже давно и с большим успехом альтернативу детскому дому-интернату составляют дома семейного типа, родители-воспитатели которых дарят заботу, опеку и любовь детям, возвращая радость полноценной семейной жизни. Подробнее о домах семейного типа Ленинского района расскажет Ирина Кузьмич. В январе 2019 года Ленинский район города Бреста торжественно открыл 2 дома семейного типа, а теперь в микрорайоне Дубровка 3-й дом семейного типа ждет своих ценных будущих жильцов, родителей-воспитателей и их подопечных. Родители-воспитатели в новый дом выбрали совсем недавно. Семья Брух, Сергей и Ольга, воспитывая 2 своих детей, не могли остаться равнодушными к детям-сиротам и решились пойти на ответственный шаг – стать родителями-воспитателями. Члены комиссии, ответственные за подбор воспитателей, выбирая среди нескольких семей, преимущество отдали семье Брух. Сейчас список их главных задач входит подготовка к новому статусу, к переезду в дом семейного типа и обустройству уютного места для его новых жильцов непосед. Мы, конечно, с надеждой в том, что мы справимся, что у нас все получится, набираемся терпения, будем стараться уделить максимум внимания, отдать максимум возможностей для детей, чтобы дать им возможность почувствовать себя нужными, любимыми, конечно, чтобы они почувствовали себя в семье, в первую очередь. Для детей это важно, поэтому мы хотим по максимуму создать эти условия. Дома семейного типа – удачная форма выражения заботы государства о подрастающем поколении, а именно о тех, кто остался без родителей или в трудной жизненной ситуации. Родители-воспитатели 2 других домов живут по соседству на улице Высоковской. Под охраной и пристальной опекой семьи Месичук находится 6 непосед. Самая маленькая из них 1,5 года, а старшему 15 лет. Воспитывая детей разного возраста, родители стараются найти правильный подход, вкладывая в каждого огромную любовь и заботу. Поддерживая во всех начинаниях и находя таланты ребенка, они помогают их развивать. В семье Месичук детей с малого учат ответственности и хозяйственности, поэтому они уже сейчас охотно помогают во всех делах. Мера ответственности очень большая за детей, мера ответственности, наверное, выше,
чем у любого другого человека. Я не знаю даже, как это обозначить, но мера ответственности очень высокая. А для того, чтобы уследить за ними, надо организовать старших, наверное. А старшие помогают меньшим, и вот за всем этим смотреть, все это как бы... Дети разные, и у них разные способности у всех. Поэтому сейчас у меня малыши, поэтому мы сейчас присматриваемся. Кто-то в спорт пойдет, кто-то у нас танцует, кто-то занимается оригами. Мы сейчас ищем. Не отстают и соседи. Семья Мисию, кроме похожей фамилии, воспитания детей стараются придерживаться тех же принципов, искать таланты в детях и помогать им их развивать. Старший сын увлекся кулинарией и часто готовит. Семья, в свою очередь, с удовольствием помогает ему в этом деле. Кроме того, спортивный образ жизни и чтение книг стали досугом для большинства детей в их семье. 8 разных не только по характеру, но и по возрасту ребят наполняет радостью каждый день родители и воспитатели. А ведь когда-то семья Мисюк началась с девочки Ани, первого приемного ребенка, а теперь у них большая дружная семья. У нас такая мечта появилась, может быть, смогли бы помочь большим деткам. И услышали по радио объявление, что требуется приемный родитель-воспитатель. Я мужу сказала, муж поддержал меня вот с удовольствием. Говорит, давай попробуем. Вот. У нас все-таки небольшой опыт есть, 6 лет. Вот. И мы прошли курсы соответствующие, медицинское обследование, потом, что у нас было тестирование. Вот. И так мы стали приемными родителями, воспитателями. Иногда чужие люди становятся друг другу чем-то большим, чем просто друзья или знакомые. Детское сердце чувствует, когда любят искренне, и только тогда отвечает тем же. Благодаря домам семейного типа и родителям-воспитателям ребенок может почувствовать заботу, опеку и огромную любовь. Ведь радость полноценной семейной жизни так необходима и важна каждому из нас. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК ТВ. Брестская крепость-герой – это один из наиболее узнаваемых и посещаемых туристических объектов не только в Беларуси, но и в странах СНГ. Ежемесячно на экскурсии приезжают сотни людей, чтобы посмотреть на места боев, руины, сохранившиеся сооружения крепости, посетить музейные экспозиции. Брестская крепость – это место, особенное для каждого брестчанина, место, страницы жизни которого на протяжении десятилетий воссоздают. В прошлом году на месте порохового погреба была открыта экспозиция «Армейский клуб». В этом году распахнула свои двери историческая экспозиция «Летопись Брестской крепости». Она располагается в полубашне юго-восточной казармы. Очередной этап работы – реставрация уникального для комплекса места – восточного форта Брестской крепости. За ходом ремонтных работ понаблюдали и наши корреспонденты. Фасад восточного форта весь в трещинах и выбоинах от снарядов, бомб и пуль. Организованная оборона Брестской крепости продолжалась до 26 июня 41 года в цитадели и до 29 июня в восточном форте. То есть именно это место является последним организованным очагом сопротивления. В форту на момент начала войны находились представители разных подразделений Брестской крепости. Сюда отошли и бойцы, и те, которые отступали из цитадели, пытаясь выйти в город через северные ворота. И кроме этого, в форту также находились гражданские люди, это женщины и дети, семьи командиров, которые укрывались здесь от огня. Сегодня огромное сооружение в запустении, но скоро его превратят в интерактивный музей. Согласно плану работ, предусмотренных в рамках проекта Союзного государства Беларуси и России о проведении капитального ремонта, реставрации и музификации объектов Брестской крепости, сегодня здесь ведутся активные реставрационные работы. На примере этого объекта мы можем рассказывать о различных аспектах обороны Брестской крепости, трагедии военнослужащих, трагедии людей мирных. И, конечно же, Восточный форт – это очень знаменательный для нас объект, поскольку здесь были найдены ценные реликвии, которые сегодня экспонируются в наших музейных экспозициях. В первую очередь, это единственное на территории Брестской крепости обнаруженное после войны боевое знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Кроме этого, Восточный форт считается одним из самых известных объектов цитадели. Командовал обороной сооружения легендарный защитник Брестской крепости, герой Советского Союза Петр Гаврилов. В настоящее время уже разработана научная концепция будущей экспозиции, которая разместится во внутренних валах и будет называться «Оборона Восточного форта». Здесь расскажут об очагах сопротивления, эпизодах обороны, судьбах защитников. О июньской бомбежке цитадели помнят не только люди.
в большей степени стены. Именно они хранят многочисленные следы и тайны былых военных сражений. Для воссоздания картины используется старинный кирпич, но замаскировывать следы обстрелов и выбоины строители не собираются. Они станут элементами будущей экспозиции. А будущая экспозиция даст возможность еще раз убедиться, что трагические события далекого 1941-го стали прологом Великой Победы, и память о боевом подвиге защитников цитадели жила и живет в сердцах потомков. Заглянуть за занавес времени можно будет в следующем году. Откроет свои двери экспозиция летом 2020-го. День тренера отметили представители Белорусской Федерации Кёкюсин Кайбудо Карате. Это проходило зрелищно и массово. В зале свободных мест не наблюдалось. Послушать о том, в каком направлении планирует развиваться организация в текущем учебном году, какие перспективы открываются перед представителями одного из самых массовых объединений страны и, конечно же, посмотреть на показательные выступления пришло огромное количество желающих. Как это было, подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Каждый год на один день областной общественно-культурный центр немного изменяет свой профиль и переходит в разряд спортивных сооружений. Здесь проходит большая встреча руководителя Федерации Кикусин Кайбудо Карате, тренерского состава с родителями учеников и, конечно же, просто заинтересованными горожанами. Познавательно, полезно, торжественно. В центре внимания выступающих тема развития общественного объединения на ближайшие несколько лет. Курс на оздоровление и здоровье сбережения, взятый много лет назад в качестве определяющего, остается неизменным. Совершенствоваться будут методы обучения, а в практику внедрятся новые формы подготовки. Вместе в одном тандеме мы ведем работу. В общем-то, от маленьких мероприятий, таких как обычная тренировка, до крупных мероприятий, таких как чемпионаты мира, международные сборы, ну и так далее. Ну, планов у нас много, конечно, я все не могу сейчас перечислить, я могу сказать только ближайшие планы. У нас в ближайшем будущем будет международный семинар в Польше, и наша делегация белорусская очень серьезно готовится в ноябре месяце. Вот, готовимся к чемпионатам. Чемпионат мира пройдет КВЮ в декабре в Казахстане, в Нур-Султане. А дальше Новый год, республиканский турнир «Покатов» в январе. И так каждый месяц какие-то мероприятия, в которых принимают наши бойцы. Участие. Одним из самых ярких моментов большого мероприятия стало показательное выступление. На сцене свои успехи демонстрировали и новички. Те, кто только открыл для себя контактное карате, и те, у кого за спиной уже есть аттестационные экзамены и сборы. Каждый родитель смог воочию посмотреть, какие навыки приобрели ребята за это время. Лучше всего о заслугах тренера говорят успехи его учеников. И пусть не каждый из них получил титул или звание, бойцы Кикусинкай растут в первую очередь над собой. И то, что вчера казалось безмерно тяжелым, сегодня получается быстро и качественно. В строю не только амбициозные юноши. Рядом с ним плечом к плечу работают девушки, которые параллельно с совершенствованием своей физической подготовки сохраняют внешнюю привлекательность. Я занимаюсь карате уже около 6 лет. Мне нравится карате тем, что это, во-первых, спорт. Спорт – это всегда хорошо, потому что это здоровый образ жизни. Также наши тренировки – это одна большая компания, на которую можно прийти, можно поговорить с кем-то о своих просто личных проблемах или о проблемах, там, тоже связанных со спортом. Что такое карате кикусинкай для каждого из тех, кто выходил на сцену в этот день? Пожалуй, важная часть жизни, путь, осилить который под силу только идущему. Став однажды на него, каждый из представителей Большой Федерации обрел надежных друзей, товарищей, наставников, к которым можно прийти за помощью и мудрым советом. Ведь восточное единоборство – не только набор приемов и упражнений. Это философия жизни, важной составляющей которой является сохранение здорового образа жизни и движение вперед к высоким целям и достижениям. Да, это все правильно, это и спорт, и самооборона, но надо глубже смотреть. Карате – это такая определенная система, система воспитания человека, в первую очередь. И не только система, в которой тренер влияет на ученика, поднимая его вот с самого низа, с маленького и до взрослого. Это еще огромное познание самого себя. То есть, когда человек начинает думать, а кто я, а зачем я здесь, на этой планете, и как с этим жить, и что я должен сделать в этой жизни, для того, чтобы она не прошла впустую. Знаете, это огромный процесс. Через все методики карате нам удается повернуть маленького ребенка лицом во взрослую жизнь и быть достойным гражданином этой страны. Это не слова, а на самом деле так. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели.
Это были итоги недели на БукТВ. Смотрите нас в эфире в 19:40, 22:50, утром в 7:15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54 63 67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни ноября. Станет дождливее, но даже в самый заунывный осенний дождь не стоит забывать, что небо на самом деле голубое. Нужно только немножко подождать. И самое главное, если мысли ваши светлы, вас не омрачит даже самая ненастная погода. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Новости в ваших домах пусть будут только добрыми. Воскресный день в Бресте будет отмечен переменной облачностью и кратковременными дождями, туманом в ночные и утренние часы. На погодные условия продолжат влияние атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины. Температура воздуха в течение суток составит 9-11 градусов со знаком «плюс». Начало рабочей недели будет отмечено небольшим похолоданием. Температура воздуха и в ночные, и в дневные часы составит 5-7 градусов выше нуля. Возможен туман, днем пройдут дожди.